Остановка Маяковского, раньше всегда полная ожидающих своего транспорта пассажиров, сейчас в лучшем случае может приютить случайных прохожих или желающих что-то приобрести в соседнем ларьке. Ситуация с этим так называемым островком ожидания кардинально изменилась сразу после начала масштабных работ по замене инженерных коммуникаций. По улице Комсомольской перестали пускать общественный транспорт, и горожане с нетерпением ждут, когда все вернется на свои места. Конечно, жду. Всегда же это хорошо, когда красиво, поэтому, конечно, ждем. А транспортом пользуетесь? Ну, к сожалению, нет. Ну, но иногда на троллейбусе проезжаю. Хорошо, когда новая улица, люки не мешают, все остальное. Ну, наверное, жителям, которые здесь находятся или постоянно пользуются троллейбусом, я думаю, что неудобно добираться. Это получается до Островского, а потом тут еще чем-то думать доехать. Поэтому даже вот эти, жители, которые собираются уезжать вот, да, на ЖД вокзал, им же вообще очень тяжело добираться. Очень жду. Почему? Потому что мы маршрутное такси здесь ходит, номер 7. Поэтому очень жалко, что сюда невозможно доехать, так как объезжает она по бульвару. К слову, терпеть неудобства брестчанам осталось недолго. Масштабная реконструкция по замене инженерных коммуникаций специалистами Брест-водоканала завершилась, и пришло время для укладки асфальтового покрытия работниками дорожно-эксплуатационного предприятия. Работаем по ремонту улицы Комсомольская, сейчас находится на завершающем этапе. Уже все работы водоканалом проведены. Полностью все раскопки частично восстановлены, осталось только асфальтирование. Значит, по нашим планам мы планируем, что работы будут сегодня-завтра завершены. Работы по подготовке к выполнению асфальтового покрытия сейчас в самом разгаре. Специалисты Брестского ДЭП надеются, что уже в эту пятницу по улице Комсомольской пустят общественный транспорт, и она снова оживет.